расскажем вам о новинках этой весны. Очень часто задают такой вопрос: что лучше купить, боты или же носки? Я вам скажу, случаи бывают разные. В одном случае это, естественно, боты, как правило, для дайверов, а для подводных охотников – носки. Но вот дилемма. Подводным охотникам иногда нужно ходить и делать долгие переходы по берегам, что, естественно, в простых носках сделать сложно. Почему? Потому что они пробиваются, они стаптываются. Что сделала наша дорогая любимая фирма Marlin? Значит, изначально у них носок простой, то есть это кевларовая подошва, либо не кевларовая, какая-то иная, и просто неопрен сверху. Простой стандартный носок для просто подводной охоты, скажем, максимально комфортный для плавания, но не ходьбы. Вот носок уже проапгрейденный, то есть это следующая ступень эволюции в носках. То есть мы видим всю ту же кевларовую подошву, но уже вставка на пятке, вставка на носке и, естественно, мягкий неопрен, в котором можно плавать, немного ходить, но все-таки большие переходы затяжные делать нельзя. И вот оно чудо, вот этот носочек, он же бот, он же полубот, называйте как хотите, но все-таки это альтернатива между ботом и носком. Это куда удобнее, чем бот, и практичнее, чем просто носок для перехода. То есть Marlin выпустила носки Reef, в которых мы видим усиленную подошву, прорезиненную, причем она даже с протектором таким минимальным, в котором можно ходить, не бояться о том, что она стопчется. Мы видим носки усиленные, не просто носок, а прямо такой резиновый скелет, который огибает ступню. При всем при этом фирма Marlin продумала о том, что этому носку нужно сгибаться в ласте, чтобы не уставала нога. Вот мы видим снизу салатовая вставочка. Подъем носка сделан из мягкого неопрена. Ничего не передавливается, кровь будет циркулировать, ходить. Еще одна важная особенность в этих носках – это пяточка. То есть у ботов на пятке здесь пятка очень жесткая. И здесь, как правило, стоят такие твердые зацепы под шлейки на ластах с открытой пяткой. Вот. И при всем при этом, когда человек делает вот такого рода движение, здесь у него пятка не сгибается. Это приводит к дискомфорту, еще чему-то. Здесь просто равномерная пятка, красивая, аккуратная. Поэтому, в любом случае, этот носок куда веселее, чем бот, но в то же время практичнее, чем просто носок. Мотайте на ус, смотрите, пробуйте, приходите, меряйте, берите на вооружение.